Всем привет, друзья и подписчики моего канала Modern Sun Pro Games. Ничто не предначертано, очередная глава, которую я прохожу в Battlefield 1. Продолжаем. Видишь ли, моя милая, сообщение уже отправлено. Но, боюсь, это не то сообщение. Лёрнс так радушно меня принял, что даже неловко было сбегать. Я, разумеется, запомнил, где находится лагерь Лоуренса. Следовательно, об этом знает и поезд. Вы дважды передали на поезд, что все спокойно, но... Я назвал ему точное место атаки. Этот зверь уже чует твой запах. Моя милая, он убьет тебя и твою шайку бунтовщиков. Сначала огненный дождь из пушек, а потом придут солдаты, чтобы добить оставшихся. Сегодня легенде о Лоуренсе Равийском придет конец. Что, я не понял, как она так смогла? А сердце ему вырезать? Как же сердце? Надо ведь и сердце ему вырезать было, да куча? Лоуренс. Короче, я засранец убежал с плена. И направил по ложному следу, да? Скользнули как раз вовремя. Дурак был Тилкич, если думал, что мы останемся после того, как он сбежал. Канавар не перестанет на нас охотиться. Да, не перестанет. Так, дай подумать. Ехать поезду далеко. Ему надо остановиться и набрать воды. Там мы нанесем удар. Согласна. Я уберу часовых, а потом заложу на рельсах взрывчатку. Да, а я соберу бойцов. Когда я взорву рельсы, поезд будет в ловушке. Услышишь взрыв, будь готов атаковать их в полную силу. План хороший. Но ты знаешь, что люди могут и не прийти. Может оказаться так, что взорвешь рельсы и увидишь, что ты там одна. Пока не взорву, в любом случае не узнаю. Ясно. Песня, конечно, супер. Человек так предполагает, а Бог располагает. Оказалось, что городок, в котором мы собирались устроить засаду на поезд, полон врагов. Прежде чем устанавливать взрывчатку, нужно было расправиться с солдатами. Да, что-то больно много их. Между прочим. Чтобы уничтожить бронетехнику, нужна взрывчатка, используя динамит, противотанковые мины, гранаты и магнитные мины. Понятно все. Ребят, что-то больно много их. Так, ну конечно, пулеметчик в броне. Все такое. А, о, рядышком стоит, нифига. Да, неплохо, ой, не слышно это. Не так-то просто здесь будет все это сделать. Так, какая моя цель? Да-да-да. Так. Гранатки, отлично. Динамит, вот. Динамитик взяли, подожди.
С глушителем, ну, может быть, да. Так, вот вместо этого мне, может быть, пистолетик взять. Так, вот так у меня будет. Так, наверное, лучше. Блин. Напрямую лезть нет смысла, надо, конечно, обходить. Это понятно. Так, а там вот что у нас? Не проверил я сразу. Как будто бы никого, да? Еще одна палатка. Ладно. Обходными путями залезем вот. Опа. Так. Так, мне бы этого снять, конечно, с глушителем, товарищ. Попробовать. Не знаю, что получится. Прежде чем продолжать готовить уничтожение поезда, надо было устранить солдат, занявших городок. Так, отлично. Глушителем-то классно получается. По одному можно и перебить. Так, что-то вижу здесь. Ящичек. Очередной ящичек. Ручатку взял или динамит. О, еще один. Гранаты взялись. Хорошо. Да-да-да-да! Восточная музыка. Там они ходят, да, группками? Группками. Трое, блин. Меня интересует вот эта палатка. Чего здесь такого? Надо с ручки. Хорошо. Танк-гевер. Это, короче, противотанковое ружье, я понятно. Это понятно. Так, у меня полно уже. Ну чё? Магнитная мина. Не-не, мигрант так это больше. Импонирует, честно говоря. Оп, тихо. Ножи. Заметил. Заметил. Сейчас мы его снять. Из-за угла выйдет моего. Блин. И эти идут. Отлично. Так, трое, да? Раз. Блин! Ёппер! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот я лоханулся, лоханулся. Да пошел ты нафиг, пулеметчик хренов! Оу, бэйл, все. Добило меня. Зара Гуфман, 18-й год. Пала смертью храбрых. В боях с Османской империей. Все-таки решила я сбегать к этим отдельно стоящим строениям. Не зря они здесь стоят. Посмотрим. Опа. Ага, ящичек. Усталый, по-любому усталый. Такой коричневый, отлично. Так, один из пяти в этой миссии, да? Ага, ладно. Так, часового на той вышке, вот видите, которая с водой, вот, да, вот это я уже убрал. Сейчас не знаю, посмотрим, что дальше делать.
Так, я все подобрал. Опять я в эту палатку захожу. Палатку. Тут у нас опять все смотрим заново. Так, это уже не берется. Подожди, что у нас? Магнитная мина, ладно. Тут, по-моему, гранаты были, да? Так, и здесь у нас... Так, я вот думаю, все-таки противотанковый это танк Гейвер ведь не зря. Там вначале это было здание у меня, уничтожило всю технику. Может быть, надо вот эти машины все уничтожить. Так, он, по-моему, только лежа, да? Только лежа. Так, ну давай, наверное, наведем шухеру, не знаю. Попробуем. Правильно, неправильно, фиг знает. Или надо сначала солдата убрать. Как вы думаете? Я фиг себе знаю. О! Идут. А ну-ка вот так, мои ребята. Не, наверное, зря. Наверное, сделал. Это зря я. Так, одну я взорвал. Да что такое, а? Надо бежать. Бежим. Блин, как их много, а? Пулеметчик еще хрена. Получи. Есть еще желающие, нет? Оп. Есть, ха-ха-ха. Зверушки по скакушке, блин. Я вам тут устрою, блин. Райскую жизнь. Стало двоих, что ли? Да, вообще отлично. Мордачи! Сам ты мордачи! Это все есть у меня. Мордачи. Да блин, делаем проще, фигня все это. Так, раз. Так, нормально. Хоть тупой гарнизон давно бы уже меня ликвидировали, честно говоря. Ля-л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 я
И такие прикольные переходики. Так, мне надо еще одно ликвидировать. Боевую единицу. Так. Вот она. Отлично. Давай. Задача выполнена. Отлично. Это я сделал. Новая цель. Деревню от врагов зачистить. Ну это понятно. Так, теперь мне нужно фигню это поменять на что-то нормальное. В смысле, тангейвер мне не нужен уже. А теперь нужна. Так, вон там оружие есть, да? Добегу, надеюсь. Поменять, чтобы оружие. Лошадки, все дела. Так, во-первых, гранатки, да? Взялись. Тут что у нас? Что-то длинное. Карабинчик. Ну, давай, ладно. Конечно, и пулемет где-то есть, наверняка. О, беневерсия штурмовик. Ну, давай его возьмем.
О, лихо. Так. Тут у нас винтовочная граната ОСК. Ладно. Ну что ж, ребята, вы ждете меня? Нет, я к вам иду. Зачистку буду производить. У меня все цели потерялись. Типа все вымерло, да? Ага, есть. Почему вы потерялись? Есть. Я буду сам к вам идти. Как только Зара зачистит город, можно будет устанавливать ловушку для поезда. Хорошо. Этого я так уберу тихонечко. Без шума, без пыли. Кабурери! Отдохни. Все, что ли? Как да ну. Только Зара зачистит город, можно будет устанавливать ловушку для поезда. Ты я уже зачистила. О! А вот он, бронепоезд летит. Уэу! Моща, конечно. Офигеть. Ну и пушки показаны, конечно, нереально. Бабах! Ух ты! Молодчина! О, наши бегут. Новая цель. Ну что ж ты бронепоезд? Таким образом интересно уничтожать ты его. Кстати, в курсе, ребята, что это? Это бронепоезд. Прототипом послужил бронепоезд Орлик. Бронепоезд Орлик. Так. Использовался он на Восточном фронте во время гражданской войны. Да что такое? Фига. Где они? Бля, как мне его уничтожить-то? Ложись. Так, что у меня с гранатами? Четверочка есть? Четверочка. Нет, что ли? Блин. Давай, 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 давай. Уходит, уходит, уходит. Пушка. Ложись. Нифига. Во-во-во-во. Немного еще осталось. Давай. Да ё-моё! Ой, убили меня. Слишком близко подошла. Зара Гуфман. Короче, продолжу свой рассказ. Был это бронепоезд Орлик такой. Он создан был в Одессе. Участвовал в гражданской войне. Сначала назывался он Заамурец. Потом Белочехи его захватили, назвали Орлик. Вот. И, в принципе, на картинке я смотрел, он такой же вот, как этот. Абсолютно. Единственное, что, конечно, он был на Восточном фронте, а не на этом фронте, как здесь показано. Так, будем потихоньку долбить его против танкового ружья. Ой-ой-ой. Фига. Ух ты, фига тут камни какие. Прям по мне бьет. Вот сволочь, а. Ложись. Пушка же есть, ё-моё, давай. Баба! Блин. Как же так, как же так. Прямо здесь на крыше посижу. Буду башню выцеливать. Кстати, маленький меня интересует. По-моему, одна есть. Вторая есть. Сейчас надо уходить, уходить надо, уходить. Сейчас труба начнется.
четвертого здания накрыли, по-моему. Успею выстрелить. Ноги. Я откуда стреляют, понять не могу. Так. Бежать. Так. Блин, как живущий бронепоезд, конечно, а? В принципе, так и должно быть. Ое, еще одна башня. Ноги. Тут что у нас? О! Позитанковое ружье. Нифига. Так, хпшка, хпшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Хп восстановили. Здесь никак, да? Что ж так плохо-то? Плохо-плохо, плохо-плохо. Так, а здесь? Ложись, блин, ложись. Ноги. Пульнет сюда, блин, мало не покажется. Приходится бегать от него постоянно. Так, еще раз пушечка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Еще раз пушечка. Так, что будем бегать? Немного осталось ему. Немного осталось. Он, блин, потихоньку восстанавливается, кстати. Очень обидно. Никак, да? Ладно. Так, куда ему бить-то? Где флаг? По башне? Патронов нету, ёж, Винтор. Почему? А чё мне динамит долбанный, блин? Везде динамит, ну чё? Поблизи подбегать, швырять под него, да ну? Верная смерть. Вот у меня есть. Где он там? Зараза. Вот еще пушка. Ну, по-моему, она сломана, да? Целая. О, блин, давай. Давай, 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 давай. Ноги. Жизнь.
Так. Ой. Лягай. Постреляю, фиг знает. Ложись. Да ложись, блин. Так, что у меня с гранатами? 4. Ну и миссия, блин. Это миссия, я понимаю. Вот это ад, сущий ад. Бля, откуда бьют, сука? Пять хп, пять хп, ребят. Очень много осталось, сука. Другого оружия нет, что ли? О! Что, добьем, нет? Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Перезаряжай. Патронов нет. Даешь ты моя. Четыре есть. Фу, блин. Что же делать, что же делать? Да. Труба. Ай! Просто нет ничего уже, блин. Ничего уже нету. Ну бери, бери, бери. Ложись, бля, амбуха. О, боже. Так, немного осталось, немного. Еще успеем, не успеем, не знаю. Успею, не успею. О, неужели все? Пипец, шикарно, о. Шикардос, шикардос. В общем, здесь такой совет. Сначала бить по башням. Бегать от пушки к пушке получается. Стрелять из противотанкового ружья. Постепенно хпшка бронепоезда уменьшается и... Победа! Месть может быть сладким или горьким напитком. Как она тебе на вкус, Зара? Какую махину уничтожили? И ты права, нам надо действовать масштабнее. Может, и на Суэцком канале? Скажи, что ты знаешь о кораблях? О кораблях? Фига. К концу Первой мировой войны османы были изгнаны из Аравии. Британская и французская империя не держали слова и не помогли арабам завоевать независимость. Ну конечно. Какая независимость? В то время колонии были развиты. Ресурсы качали. И так далее и тому подобное. Лоуренс Айсон неоднозначной фигурой. Война за них продолжается и по сей день. Ну вот, о чем я и говорю. Война за ресурсы. Прородина, очередная военная история. Настояла она из трех глаз, скрыться у всех на глазах. Работа для молодых, слушай пустыню. Ну, я разбил его на две части. Предыдущую часть вы можете увидеть на моем канале. И вот эта часть была заключительная в этой истории. Так что... Ну что ж, друзья, как обычно, с вами был Мурзасан. И как обычно, не забываем подписаться, поставить лайк, поделиться этим видео в своих социальных сетях, если, конечно, они у вас есть. И как обычно, по традиции, всем удачи и всем пока!